Приветствую, дорогие зрители! Перед просмотром хотелось бы вас попросить подписаться на канал, ведь мы стараемся для вас. А мы начинаем! Владимир Путин исполнил новогоднее желание 9-летнего Димы Ощепковой Челябинской области. Мальчик мечтал покататься на коньках на Красной площади. Его желание осуществилось, глава государства сам встал на коньки и сыграл с мальчиком на главном катке страны в хоккей. Всем привет! Ну что, Дим, нравится тебе? Ты был в Москве раньше? Нет. Нет, ты раз приехал? Проездом. А? Проездом были. Проездом были? Конечно. Олимпийский чемпион. Он нас с тобой сегодня немножко потренирует. Покатили? Да, поехали. Давай, Дим, поехали. Вперед. Пас президента и шайба в воротах. Димино желание исполнено. Он, Владимир Путин, и олимпийский чемпион Валерий Каменский на искрящемся льду на Красной площади. Президент, как обычно, под номером 11. Опа! Запросто, ответил Владимир Путин, когда выбрал шар на елке желаний и узнал о мечте 9-летнего Димы Ощепкова из Челябинска. Мальчик хотел покататься в Москве на коньках, побывать в Кремле и посмотреть, где работает президент. И вот долгожданная встреча. За Диму сегодня болеет вся большая семья. Папа Андрей, мама Юля, старший брат Денис и младшая сестра Соня. Сдаваться мальчик не привык. Он уже победил болезнь и, кажется, на льду обыгрывает президента. Маленький Дима 2,5 года боролся с лейкозом. Сейчас заболевание на стадии ремиссии. Его новогодняя мечта, как и мечта 10-летнего Саши из Тульской области, который хотел увидеть пант, смогла исполниться благодаря акции «Елка желаний». Спасибо за внимание. Если вам было интересно, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал. Хорошего дня!